Звенит последний звонок, другого больше не будет. Прощай, мы в школе сказать, с тобой успеем потом. В небе парит голубок, и я мечтаю о чуде. Стою у школьных дверей, набрав твой телефон. Закончились уроки, пойдем скорей гулять. Внимание, внимание! О чем сегодня поют нам птицы? О чем с утра прошептал ветерок? Какое событие в школе случится? Какой у нас праздник? Последний звонок! Сегодня самый торжественный, самый знаменательный, самый важный, самый долгожданный, самый памятный день в жизни наших выпускников. Добрый день, выпускники, учителя, родители! Мы приветствуем всех, кто сегодня на празднике последнего звонка. Неповторимая, прекрасная пора, когда сирен стучит в окошко веткой, получена последняя отметка, и вы уходите со школьного двора. Навстречу солнцу, свету и теплу распахнут настежь мир и окна школы. Он прозвучит для вас, звонок веселый, и в детство дверь захлопнет поутру. Слово для поздравления предоставляется директору гимназии села Чешмякёй Момчу Константину Трифоновичу. Уважаемые
родители, коллеги, дорогие ребята! Сегодня для выпускников гимназии прозвенел последний звонок. Дорогие выпускники, для вас 2020 год – год особенный, год окончания школы. Отныне вы будете сдавать экзамены новому учителю, имя которого – жизнь. Не сомневаюсь, ваша смелость, молодой задор, энергия помогут вам справиться с любыми задачами. Уважаемые коллеги, спасибо вам за еще один год созидательного труда, за еще один выпуск, и трудный, и счастливый, как это всегда бывает в нашей работе. Пусть же семена разумного, доброго, вечного в школьном выпуске 2020 года дадут благодарные, красивые и сильные всходы. Сегодня праздники у родителей. Именно в семье каждый человек познает мир и себя в нем, определяет для себя ценности, которые станут главными его жизни. Пусть успехи детей станут родителям наградой за любовь и заботу. А ученикам первых 8 классов я желаю очень хорошо отдохнуть лето, набраться сил для успешной учебы в новом учебном году. Уважаемые ученики, сегодня впервые праздник последнего звонка проходит дистанционно. Мне очень не хватает ваших милых и задорных улыбок, дерзких чертиков в ваших глазах, ваших постоянных вопросов «почему?», «а когда?». Берегите себя, оставайтесь дома. У вас все будет хорошо. Уважаемый, дорогой наш директор, вам хочется сказать отдельное спасибо за вашу терпимость к нашим выходкам, за прекрасную обстановку в нашей школе и за чудесных учителей, которых отбирали именно вы. Хочется пожелать вам процветания, добрых вестей на педсоветах и послушных учеников. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, пусть мы с вами сегодня не собираемся на торжественную линейку, но все равно мы вместе. Искренне поздравляю всех с окончанием учебного года. Год был сложным для каждого из вас. Педагогам пришлось осваивать новые дистанционные программы. Учащимся больше времени работать самостоятельно, а родителям контролировать процесс подключения детей к урокам. Но трудности позади. Вы их достойно выдержали. Дорогие выпускники, с этого дня начинается новый этап вашей жизни. Впереди у каждого свой путь. Каждый из вас наверняка определился с выбором. Теперь только от вас зависит то, как сложится ваша дальнейшая судьба. Желаю вам, дорогие выпускники, шагать по жизни смело и уверенно, не бояться трудностей, верить в свои силы. Удачи вам и в добрый путь! Дорогие ребята, уважаемые учителя, здоровья, благополучия, успехов и хороших всем вам летних каникул. Сегодня для вас прозвенит последний звонок. Вы шли к нему целых 10 лет. А вы помните, как все начиналось? Каким был ваш первый звонок? Мы идем в школу с огромными букетами цветов, бантами и портфелями. Мы такие радостные, и вот первый урок, первые учителя – Маджар Людмила Георгиевна и Дулоглу Мария Васильевна. Мы были все смешными малышами, когда пришли впервые в этот класс и, получив тетрадь с карандашами, за парты сели в самый первый раз.
Уважаемые Людмила Георгиевна и Мария Васильевна, все изменится и забудется, не забудетесь лишь вы. В нашей памяти вы останетесь воплощением доброты. Любили нас искренне, как детей своих родных, так примите благодарность от учеников своих. Дорогие ребята, сегодня в вашей жизни очень торжественный день, поскольку перед вами открываются все дороги. С этого дня вы считаетесь взрослыми людьми, а это очень ответственно. Вам придется самостоятельно принимать решения, и только от вас самих будет зависеть ваша дальнейшая жизнь. Вы молодое поколение, которое приходит на смену нам, и от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть и жизнь всего общества. С сегодняшнего дня на вас ложится ответственность за будущее. Я хочу пожелать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей, удачи и самых легких испытаний. Будьте уверены в себе и своих занятиях. Еще раз удачи и будьте счастливы. Дорогие ребята, примите от всей души поздравления с тем, что вы завершаете важный этап в жизни и заканчиваете гимназию. Но это не значит, что учителя и уроки теперь остались позади. Впереди вас ждут другие уроки, более сложные, учителя более суровые, а экзамены принимать будет сама жизнь. Пусть на дороге жизни вас сопровождают верные друзья, любящие люди, а удача и счастье станут вашими постоянными попутчиками. Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой и интересной, богатой на постоянные вызовы, которые позволяют проявить все самое лучшее в вас заложенное. Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней. И не забывайте, что есть школа, есть класс, есть первые учителя, которые вам дали первые шаги в вашу взрослую жизнь. Удачи вам! Учились в школе долгих 10 лет, а промелькнули годы как мгновение. Выпускники, в сердцах покоя нет. Как правильно вам выбрать направление? Уйти от нас, уехать в города, профессию осваивать, трудиться или в 10 класс пойти. Тогда еще 3 года в школе вам учиться. Спасибо вам за слово, за науку, за тяжкий труд осиленных азов, за тот звонок, что предвещал разлуку, за светлый миг и вечный сердце зов. Спасибо вам, учителя, за то, что круглая земля, за Трою, за Карфаген, за бензопропилен. За жиши, за 2×2, а не на телемизе, или летик, или лимбарумына, а в орбит. Thank you for being so wonderful, teach of English language. За ваши теплые слова, те, что теперь в себе храним. За все мы вас благодарим. Куда бы вас пути не увели, какие бы вершины не сломали, вам не забыть своей родной земли и школу, где вас мыслить научили. Не забывайте учителей, порой добрых, а порой строгих, походов наших, праздников, друзей на вашей взрослой непростой дороге. Не меньший след нашей жизни оставила Гера Рудольфовна, наш классный руководитель. Все было, и дороги, и невзгоды, и солнце свет, и свет любимых глаз. Мы вглядывались в прожитые годы и с теплым чувством вспоминаем вас. Ведь это вы нам в душу заронили любовь к земле, к живущим на земле, к родным лесам и к нивам изобильным, и к теплым ароматам тополей. Пример брали с вас, шли к вам за советом. Наградой был взгляд ваших глаз живых. Вы столько дали нам тепла и света. Слово для поздравления выпускников предоставляется их классному руководителю Шидер Гертруде Рудольфовне.
школой, жизнью... Дорогие коллеги, дорогие родители, дорогие мои ученики, вот и закончилась большая эпоха вашей жизни. Впереди непокоренные вершины. Будьте справедливы и добры к себе и к людям. Не тратьте время на зависть и гнев, на ссоры и обиды. Будьте благодарны родителям, учителям, друзьям и близким людям. Вы уникальные, добрые, открытые, отзывчивые и такие разные. В этом ваше богатство. Вот и прошло ваше детство, и наступило время взросления. Время, когда вы делаете самостоятельно сами выбор дальнейшего вашего пути. Так, ребята, и в заключение я хочу поблагодарить вас всех за проведенные вместе с вами годы. Дорогие мои ученики, Алина Ангелоглу, Юлия Ворникова, Дима Дородор, Олег Петиш, Сережа Петиш, Мелисса Дагатер, Яна Дородор, Имене Дерминжи, Пугачева Надя. Желаю вам успеха, самореализации, радостной и счастливой жизни. Недавно совсем нам казалось, что так этот вечер далек, но время промчалось немного, осталось, нас ждет последний звонок. Дорогие родители наши, мы сегодня хотим им сказать, что дороже, роднее и ближе в целом мире нам не отыскать. Вы всегда нам во всем помогали и не спали бессонных ночей. Вы лечили, растили, учили, окружали заботой своей. В этот день вместе с нами вы тоже готовы наши чувства делить. Провожаем мы школьные годы, о них нам никогда не забыть. Слово для поздравления выпускников предоставляется родителю Ворниковой Татьяне Георгиевне. Сегодня для наших детей прозвенел последний звонок. От лица всех родителей хочется поблагодарить администрацию школы и учителей за ваше усердие и участие в воспитании наших детей, за полученные знания и поддержку. Пусть ваши силы не иссякнут, пусть будет крепким здоровье, а ярким и праздничным ваше настроение. А для детей хотим пожелать удачного пути по взрослой жизни, счастья и целеустремленности. Я от родителей хочу сказать словечко о наших добрых и родных учителях. Огромное спасибо вам сердечно. У нас от грусти слезы на глазах. Пусть вам работается долго и спокойно. Пусть очень любят вас ученики, а платят вам, как вы того достойны, ведь для детей вы словно маяки. Удачи и терпения вам желаем. Мы любим вас и благодарны всем, и лучшими из лучших вас считаем, хоть и расстаемся с вами насовсем. Здоровья крепкого мы вам желаем, терпения, успехов и талантливых учеников. С последним звонком всех поздравляем, родителей, учителей, выпускников. Вот «Повесть о детстве» подходит к развязке. Дописаны главы, досмотрены сны, уже не надеясь на чьи-то подсказки. Вы сами решите, все задачи должны. Звени же над прошлым и настоящим, над всем, что берег ты и что не сберег. Веселый и грустный последний звонок. Вам пришла пора, и
другими стали вы теперь. Вот и все, 9-й класс. Новой жизни открывает дверь. Грустно вам сейчас, я знаю, и сестра моя родная, ни о чем не думай, не грусти. Вновь не ложатся строчки, жизнь свои расставит точки над судьбою и над буквой И. В новом дне вас дела другие ждут, значит, добрый путь. На пути школа первый дом для вас, значит, добрый час. Вот и все, и слезы не сдержать, слезы грусти, слезы радости. Вот и все, и школу вам опять, завтра можно больше не идти. Вам желаю все, что можно, и моей Алине тоже. Ни о чем не думай, не грусти. Но во мне ложатся строчки, жизнь свои расставит точки над судьбою и над буквой И. Но во мне вас дела другие ждут, значит, добрый путь на пути. Школа первый дом для вас, значит, добрый час. Вам желаю все, что можно, и моей Юлине тоже. Ни о чем не думай, не грусти. Но мне ложатся строчки, жизнь свои расставит точки над судьбою и над буквой И. Но во мне вас дела другие ждут, значит, добрый путь на пути. Школа первый дом для вас, значит, добрый час. Ну вот и все, пора прощаться. Зовет дорогу вас мечта. Но как же трудно расставаться с любимой школой навсегда. Ты сегодня последний услышал звонок в этой школе, что дома вторым оказалось. Позади в твоей жизни последний урок, только радость с грустинкой немного смешалась. В добрый путь, дорогие наши выпускники!